Друзья, хочу вам показать, какое блюдо у нас в Днепре. Это блюдо очень мне понравилось. Я его узнала от одной знакомой. И сейчас хочу показать вам. Картошечка сюда подойдет молодая, миленькая. Мы ее хорошо помыли. Помыли с мочалочкой лучше всего. Теперь берем глубокую сковородку, такую, чтобы потом можно было накрыть крышкой. Налили сюда растительного масла. Растительное масло должно покрыть сантиметров на 5 сковородку. Загрузили, оно подогрелось, загрузили нашу картошку и будем жарить. Суть самой этой картошки или этого блюда такова. Картошка жарится как во фритюре, но целенькой. Сейчас накрываем крышкой, и она немного прожарится. Картошка поджарилась. Бросаем сливочного масла для вкуса. Перемешаем. И сейчас добавим укроп. И последний штрих. Укропчик. Вот такое блюдо. Новое блюдо картошки. Пробуйте, экспериментируйте. Приятного аппетита!